Здравствуйте, хочу вам рассказать о кровати Торис. Вот, выбирала моя жена, пользуемся уже больше года. Еще шкафчик прикупили от этой же фирмы, об этом, впрочем, отдельное видео. Вот. Чем хороша данная кровать? Тем, что у нее есть такие очень симпатичные, давайте покажу вам их поближе и сфокусируюсь на них, из такой искусственной кожи отделка, такие мягкие штучки. И самое интересное, что их можно регулировать. Вот тут несколько положений. Смотрите, как интересно. Вот, и так вот опускается. Вот так максимум. Очень удобно так прилечь, положить, например, сюда подушечку. Вот, прилечь и смотреть там, я не знаю, телевизор. Вот, очень интересное решение. И так вот удобно убирается. Значит, здесь матрас обычный, икеечный, с матрасником. Вот тоже отдельное видео на нем буду. Боковая поверхность вот здесь отделана таким же материалом. Вот. Удобная высота, чтобы вот так вот можно было сидеть. И теперь посмотрим. Самое важное, что в этой кровати, здесь вот такие вот есть ручки. Они, в принципе, убираются. И с помощью них можно практически одной левой, но лучше это делать, конечно же, извините, двумя руками поднять вот эту вот кровать. И что мы видим внутри? Здесь, естественно, есть ламели, так называемые, они слегка выгнутые вверх для того, чтобы пружинить. В данном случае здесь простая конструкция, равномерная, без каких-то зон особых. Это все зоны у матраса. На двух человек, естественно, рассчитана ширина 1,80 м. В принципе, мы сейчас понимаем, что бывает, иногда дети приходят ночью и хотят с нами поспать, да, наши маленькие дети. Поэтому, если выбираете, то берите, если достаточно большая комната, сразу 2 на 2 кровать. Вот, бывает тесновато, особенно если кто-то руки любит раскидывать. И здесь, смотрите, вместительный такой шкафчик. И даже женщина может поднимать вот за эти ручки. Они убираются, не переживайте. То есть они такие из такого же материала. Здесь, конечно же, немножко может скапливаться пыль, но это из-за ремонта, она легко убирается. Поэтому, когда выбираете себе мебель, смотрите, может быть, светлые оттенки выбирают, на них меньше пыль видно. Давайте еще раз посмотрим на внутренние элементы. Как это выглядит? Вся отделка изнутри, но на самом деле никто на кровать изнутри не смотрит. Что здесь еще удобно? Здесь есть такие щиты, которые не закреплены. Это просто вот здесь вот вы видите ножки. И их можно поднимать и пылесосить пол. Вот, качественная фурнитура. Данную кровать нам сделали с первого раза. Но в интернете много есть отзывов, что какие-то и задержки поставок, и брак. Но в силу того, что много индивидуальных элементов, это возможно. В принципе, Торис держит свои гарантийные обязательства. И с какого-то раза, через несколько недель, вы все-таки свою кровать получите. То есть будьте морально готовы к тому, что вам придется ждать. И данная кровать, ну, нам, по-моему, обошлась 1070. Вот, но это на самом деле вот здесь вот. Вот эти панельки, они ДСП-шные, на этом сэкономили. Вот, а если вы захотите какие-то хорошие, там, из массива, там, со шпоном, бука, дуба, вот они из-за вот этой вот кожи, эко-кожи, то вам придется подождать и долго мучиться со всякими там дефектами, которые будут видны невооруженным глазом. Не всегда с первого раза все это делают. Вот, спасибо большое за внимание, смотрите мои видео о также шкафах Торис, о матрасах IKEA, ставьте лайки и пишите вопросы. Я постараюсь ответить, если что-то вдруг осталось непонятным. Спасибо.